Сборная Крыма по киокусинкай-карате выступила сразу в двух параллельных соревнованиях – Кубке Кубани и открытом татами. Оба турнира завершились в Краснодаре. Итогом выступлений крымчан стали 4 медали, 2 из которых высшего достоинства. Юные крымские каратистки достойно представили полуостров в двух параллельных всероссийских турнирах по киокусинкай-карате, Кубке Кубани для спортсменов от 12 до 17 лет и открытом татами для спортсменов младшего возраста. Турнир принял более 250 спортсменов из 23 субъектов Российской Федерации. Сборная Крыма выехала в составе 13 человек, из которых четверо вошли в призы. Результат более или менее успешный, потому что у нас 3 первых места, 1 второе. Все места заняли девочки. Конечно, были некоторые ошибки. Я думаю, над ними будем работать. И в ближайших мероприятиях, соревнованиях они эти ошибки исключат. Золотую медаль турнира «Открытое татами» одержала Ангелина Казакевич. Проведя 2 боя, спортсменка завоевала золото категории до 35 килограммов. Исход финального поединка решил один точный удар. Я одержала победу благодаря тренеру. Благодаря его поддержке и я одержала победу, ударя девочку в голову. Еще одним победителем открытого татами стала Ксения Бережнова. В финальном бою она одержала волевую победу, проигрывая по очкам сопернице, которая была на голову выше и на 9 килограммов тяжелее. Крымская спортсменка смогла сначала перевести поединок в дополнительное время, а затем и выиграть бой. Она все время пыталась меня вывести из татами, и мне было сложно удержаться там, надо было двигаться, и меня спас петушок прям в голову. Я честно думала, что я проиграю, потом мне дали дополнительную минуту, и я отыгралась. Победу в Кубке Кубани отпраздновала Мелани Юсуфова. Соперница Мелани по решающему бою также оказалась выше ростом. Однако и в этом случае габаритное превосходство не стало победоносным, а даже наоборот, сыграло на руку Юсуфовой. Удобнее можно двигаться вокруг нее, и ей будет неудобно, и у нее слабый живот, из-за этого я выиграла. В шаге от высшей ступени пьедестала на этот раз оказалась Карина Якубенко. На турнир она отправилась с травмированной рукой. Несмотря на боль, на характере с замороженной рукой спортсменка выиграла полуфинальный бой. А вот после него от продолжения борьбы все же пришлось отказаться. Таким образом, Карина осталась на втором месте с серебряной медалью. Тяжело драться, потому что очень сильно болела рука, но поддерживал тренер, поддерживал папа. Было все практически в порядке. После боя сразу приняли меры и сделали необходимое все, что надо было. И второй бой тренер решил, что я не смогу драться. Теперь крымская команда будет готовиться к следующим соревнованиям, на которых спортсмены планируют выступить еще лучше.